Скачите за ними, а я на перерез. Быстрее! Бросай оружие. Кондаков. Я. Обыщи его. Есть. Это я с собой заберу. К машине никого не подпускать. Ясное дело. Службу знаем. Ты сам построже гляди. Один едешь. Все будет хорошо. Я конвой пришлю. Расул Хусамбеков. По национальности узбек. Родился в бедной семье в селении Сиджак под Ташкентом. С малых лет работал батраком в Джизаке. После Джизакского восстания был сослан в Сибирь. Освобожден февральской революцией. В октябрьские дни участвовал в штурме Зимнего. Сиди, сиди. Сотрудником ВЧК является всего 6,5 месяцев, но уже имел 4 самостоятельных задания. Храбр как, ну, очень храбрый. Что очень храбрый, это хорошо. Плохо только, что не очень осторожный. Это он сегодня ночью анархистов брал? Он. И лихо взял. Да, лихо. В намечаемой операции нужна не лихость, а ум и предельная осмотрительность. Думаешь, справится он? Что вам ответить? Ведь ног не замочив, в воду не войдешь. Подумать надо. Михаил Сергеевич должен справиться. Ладно, зови сюда твоего храбреца, побеседуем. Да. Для полной надежности ты и будешь его подстраховывать. Нельзя нам в этом деле осечку дать. Нельзя, понимаешь? Угу. Таким образом, положение в Туркестане крайне угрожающее. С севера, с востока и с запада наступают казачьи полки атаманов Кедрова, Анненкова и Зайцева. Юг Туркестана занят английскими интервентами. А контрреволюции готовят заговор изнутри. Наша задача сорвать его. Понятно? Да, понятно, товарищ Родионов. Поедете в Ташкент. В одном вагоне с вами будет ехать художник Иннокентий Васильевич Марков. На самом деле, это бывший царский генерал Красовский. Сейчас он агент английской разведки. Новый глава подпольной туркестанской военной организации.